Увидимся следующим летом. 15 июля прошло закрытие пришкольного лагеря «Ромашка» на территории школы номер 251. Далее о событии подробнее. 15 июля состоялось закрытие пришкольного лагеря «Ромашка». В актовом зале школы номер 251 прошло прощание с лагерем. Дети приготовили песни, танцы, а вожатые организовали интересные игры к закрытию смены. Все были довольны и счастливы. Но в то же время у всех осталась грустинка, что время пролетело очень быстро. Дорогие друзья, вот и пролетел июль, и наша смена заканчивается. Знаю, прощаться трудно, поэтому мы хотим скрасить эту печальную минуту небольшой развлекательной программой. Концерт проводился веселыми и задорными вожатыми. Одним из ведущих закрывашки стала старшая вожатая Арина Соломонова. Сегодня у нас было закрытие лагеря. Мы все отработали, дети уже сами устали, все разбежались. Ну, на самом деле грустно. Ну, был, короче, сегодня у нас праздник. Программа дневного пребывания учащихся в лагере была насыщена разными спортивно-познавательными развивающими мероприятиями и играми, которые способствуют активному отдыху воспитанников, а главное, формируют творческие способности детей. Мы не раз ходили в городскую библиотеку, посещали там разные мероприятия, также мы ходили в «Спутник» на разные мультфильмы, и у нас была «Спортакиада», где наши мальчики и девочки занимали призовые места, и также наши команды выигрывали. Летний лагерь дает возможность любому ребенку раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения и самореабилитации. В этапе взросления это очень важно. Мне кажется, лагерь школьный, очень хорошо, что его сделали для детей, потому что дети могут больше как-то учиться общаться со своими сверстниками, узнают больше людей со своей школы и вообще социализируются. Ну и также просто занимают свое время летом, им не скучно. Первый отряд назывался «Цунами», а второй – «Фантазеры». В лагере «Ромашка» отдыхало 46 детей, в каждом отряде по 23 человека. Многие из тех ребят, кто работал в лагере вожатыми, возвращаются туда в следующем сезоне и продолжают радовать эти ребят. В следующем году я планирую также работать в школьном лагере вожатой. Мне понравилось, я бы сходила еще раз поработала. Летний лагерь – это прекрасное место для детей, место, где он сможет научиться чему-то новому, завести новых друзей и провести время на свежем воздухе. Елизавета Цыганова, Хайфиз Басыров, Тихоокеанское телевидение.